Темиртау, Алматы. Второе противостояние этих команд. Довольно зрелищный и динамичный хоккей. Соперники продемонстрировали на льду. И было немало заброшенных шайб. Отличился Нурсултан Бельгибаев с передачи Ананина. Ну и, собственно, Бельгибаев уже второй день подряд забрасывает ворота. А Темиртау чуть позже. Уже Волков с передачи Буяльского и Баженова. Делает счет 0-2. И с таким результатом команды отправились на первый перерыв. И то, что было во вторые 20 минут, это, собственно, Ctrl-C, Ctrl-V, что называется. Все те же Волков и Бельгибаев записывают свои фамилии на табло в графе «Шайбы забросили». Правда, во втором периоде сначала это сделал Волков. Ну, а чуть позже уже Бельгибаев забрасывает в ворота Демида Еремеева, который, собственно, эту игру начинал на скамейке. Но по ходу игры сменил Селиверстова. Ну а третий период — это что-то вроде настоящей хоккейной, в хорошем смысле, бойни. Казалось бы, появился просвет в игре у Темиртау. Сначала Кулиев забрасывал, убежав на рандеву, там массировали Щекин с Колесниковым. Ну и чуть позже уже Жоробек свою фамилию на табло записал. В меньшинстве там они с Деминым многоходовочку организовали. Ну и уже под самый конец в большинстве Спиридонов у Алматы вновь забрасывает, там ему Наместников ассистировал. Ну а точку в игре, сейчас это, конечно же, будет показано, поставил Буяльский в пустые ворота. Там, конечно, Буяльский поборолся, там Демида Еремеева снимал тренерский штаб Романа Козлова. Ну и Буяльский в пустые ворота, хотя до этого у них была целая серия бросков по пустым, но и подводила точность. Ну а это уже заброшенные шайбы темиртауцев, о которых я говорил выше. Сейчас Спиридонов забросил, это в большинстве произошло у Алматы. И сейчас, конечно же, посмотрим, как Буяльским в пустые, что называется, поставил точку в этом двухматчевом противостоянии. 2-6 результат на табло и некая такая словесная перепалка. Но это хоккей, это взрослые мужчины пытаются выявить сильнейшего на хоккейном льду. А вот, собственно, и шайба Буяльского подкатилась в пустые. Дмитрий Еремеев находился на скамейке. Надеялись, конечно, парни Козлова что-то поменять в игре, но тем самым помогли сопернику. 2-6. Таким результатом завершилась сегодняшняя игра.